Время новостей на телеканале «Север». В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Комфортная городская среда. Жители Нарьян-Мара могут проголосовать за новые объекты благоустройства. Их три. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в приоритетном порядке. Заповедник Ненецкий – одна из ключевых орнитологических территорий России международного значения. Здесь обитает 135 видов пернатых. На региональном уровне проходят общественные обсуждения законопроекта о занятости. Речь идет о передаче полномочий в данной сфере на федеральный уровень. В Заполярье определят заторо-опасные участки на реке Печора. Со 2 по 4 апреля в регионе будут работать межведомственная группа. Специалисты проведут предпаводковое обследование реки. В состав рабочей группы войдут представители Департамента природных ресурсов, экологии и ЭПК, сотрудники поисково-спасательной службы, метеорологи и гидрологи. Кроме того, к обследованию привлечен специалист филиала «Двина регион Водхоз». Эксперты рабочей группы измерят толщину льда, снега на льду, шуги, наличие подсовов, торосов и их высоту. После обследования будет составлен акт с рекомендациями о проведении превентивных мероприятий на реке. Как сообщалось ранее, в случае, если прохождение ледохода в регионе пройдет по неблагоприятному сценарию и понадобятся взрывные работы, помощь региону окажет Архангельская область. При закупке взрывчатых веществ власти Поморья учли интересы НАО. В регионе зарегистрировано два случая заболевания COVID-19, заболевшие жители Нарьян-Мара и поселка Искатели. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 1087 подтвержденных случаев. На сегодняшний день на лечении под наблюдением находятся 22 пациента. Из них в стационаре получают лечение 6 человек. Находится на амбулаторном лечении 16 человек. В регионе зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. С начала пандемии проведено более 23 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 320 человек. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровел один пациент. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно, позвонив на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Максим Кузнецов, назначенный начальником ОМВД России по Ненецкому автономному округу, провел первую пресс-конференцию для региональных средств массовой информации. Уроженец Тулы Максим Кузнецов в органах внутренних дел с 96 года. Окончив филиал юридического института МВД России, полицейский уверенно поднимался по карьерной лестнице. В 2017 году был назначен заместителем начальника по охране общественного порядка, а уже в 21-м начальником управления внутренних дел по НАО. К встрече с заполярной столицей Максим Кузнецов готовился основательно. Изучение документов, изучение специальных документов, подготовка к приезду сюда. Ну и на момент, когда я сюда приехал, я думаю, что достаточно много знаю об округе. Но опять же, знать теоретически, знать из книг – это одно. Совсем другое дело – посмотреть, увидеть округ. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время я это сделаю. Не успел приехать, а уже взялся за работу. Максим Кузнецов был наслышан о проблеме нехватки жилья для участковых на селе. Вместе с начальником подразделения уполномоченных участковых определили 3 населенных пункта. Это Шойна, Бугрино и Усть-Кара, в которых есть такая проблема. Безусловно, назначение сотрудника, молодого сотрудника на должность, безусловно, связано прежде всего с обеспечением его жильем. Но правоохранительные органы не в одиночку занимаются обеспечением охраны общественного порядка, безопасности. То есть, это целиком государственная задача, поэтому в данном случае я рассчитываю на поддержку органов власти, губернатора, безусловно, региона. Я думаю, что он окажет нам поддержку в этом, потому что действительно участковые на селе – это, собственно говоря, один из основных представителей власти. И, безусловно, муниципалитет, работа с муниципалитетами по подысканию, подбору жилых помещений, их адаптации для использования. Ну, а потом уже будем заниматься комплектованием. В планах нового руководителя – оснастить техническими средствами ведомства. Таким образом, перенять опыт больших городов. По развитию тоже самое системы безопасного города. Увеличение камер, То есть у нас же как система построения безопасного города, она начинается с безопасного города, потом она ретранслируется на безопасную улицу, безопасный двор, безопасный подъезд. То есть разные уровни обеспечения безопасности.
Вот. И чтобы как бы иметь комплексный подход, который сейчас настроен, допустим, в Москве, и увязывать в эту систему все уровни безопасности. Вот. То есть человек должен прежде всего чувствовать себя безопасным, когда он находится на улице, он должен понимать, что с ним ничего не произойдет. То есть уровень комфорта, уровень безопасности, тут, собственно говоря, вот это и есть результат. И на сегодняшний момент есть технические средства, которые позволяют это обеспечить. Что касается кадровых перестановок в ведомстве, пока их не планируется. Подразделение боеспособно, абсолютно боеспособно, с громадным потенциалом, как я, знаете, в таких случаях говорю, с горящими глазами. В глазах есть огонь, желание работать, желание сделать. Ну и понятно, что любой сотрудник полиции, прежде всего, должен делать для окружающих, для жителей своего региона. Напомню, 24 марта министр внутренних дел Российской Федерации и генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференц-связи представил личному составу 5 территориальных органов МВД России новых руководителей, в том числе и Ненецкому округу. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». На региональном уровне проходит общественное обсуждение законопроекта о занятости. Речь идет о передаче полномочий в данной сфере на федеральный уровень. Это позволит обеспечить единые стандарты качества услуг одинаково во всех регионах. Александра Литкова расскажет подробнее. О необходимости обновления закона о занятости, который был принят еще в 1991 году, заявил в 2020 году президент России Владимир Путин. В частности, он поручил проработать вопрос передачи полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Над законопроектом партия «Единая Россия» работала совместно с Минтрудом и профсоюзами. Его планируется принять до конца весенней сессии палаты. И вот в феврале уже этого текущего года подготовлен проект закона о занятости, причем сформированы были те предложения, которые были получены на первоначальной стадии, вот именно той рабочей группы специалистами. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы максимально обсудить этот проект в регионах. Изменения в законопроект позволят решить ряд задач. Например, увеличится количество услуг, которые граждане и работодатели смогут получать в онлайн-формате. Впрочем, не все услуги возможно перевести в дистанционный режим. То есть понятно, что оказать содействие в поиске работы, там направить гражданина вакансии, направить его резюме на какие-то вакансии, это без проблем. Но есть и услуги, например, которые предполагают личный прием. То есть это, например, мероприятие по психологической поддержке, по социальной адаптации, где предполагается именно взаимодействие с профконсультантом центра занятости. Возможно, такие-то групповые занятия, тренинги. То есть, может быть, конечно, как-то в Zoom и можно реализовывать, но путем того, что он где-то какую-то онлайн-форму заполнит и получит какие-то результаты, наверное, это не самое качественное оказание услуги. Кроме того, соискатели смогут пройти профобучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Безработные получат поддержку на открытие своего дела, включая финансовую помощь при постановке на учет, как самозанятые. Прежде всего, мы уходим от бюрократии в центрах занятости. Мы защищаем наших отечественных граждан, ограничиваем, даем зеленый свет для трудоустройства россиянам и ограничиваем тех мигрантов, которые приезжают сюда к нам трудоустроиться. Мы планируем оказать поддержку отдельным категориям граждан. Прежде всего, это инвалиды, люди с ограниченными возможностями, это молодежь и это предпенсионный возраст. В ходе обсуждения директор Центра занятости Ненецкого округа Юрий Сидеев предложил внести поправки, касающиеся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о выплатах пособия по безработице. Суть в том, что если подросток из данной категории ранее уже был трудоустроен, то не имеет права на максимальные выплаты. В таких случаях им приходится обращаться в суд, который, как правило, на их стороне. Возможно, и со стороны Госдумы было бы тоже этот вопрос подхватить, потому, ну, грубо говоря, считать, что, допустим, социальная адаптация, когда вот подростки в период учебы дополнительно подрабатывают. Потому что суды все равно на их стороне, наверное, просто надо привести в соответствие федеральный закон, чтобы у нас не было этой истории, что каждый раз, чтобы назначить подростку и этому молодому человеку максимальное пособие, ему приходится тратить месяц на то, чтобы пройти через суд. В любом случае решение будет на его стороне. Как отметил Сергей Коткин, жители округа также смогут принять участие в обсуждениях, результаты которых должны быть приняты во внимание к первому и ко второму чтениям законопроекта. В прошлом году по инициативе «Единой России» были приняты изменения в Трудовой кодекс, которые защищают права работников на удаленке. Напомню, это был первый этап изменения трудового законодательства, необходимость которых стала очевидна во время пандемии. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».
Пуночка прилетела в наш округ, тем самым ознаменовав приход весны. Мир без крылатых был бы серым и скучным. 1 апреля во всем мире отметили День птиц. А тех, кто высоко летает, в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. В Ненецком округе обитает около 200 видов птиц. Как с нами поделились сотрудники заповедника Ненецкий, на его территории было отмечено 135 видов. Некоторых удалось увидеть лишь раз, другие – постоянные обитатели. Орнитологи наблюдают, как крылатые приспосабливаются к климатическим изменениям и при необходимости немного помогают им адаптироваться. Со временем гнездовые постройки разрушаются, и птицы лишаются своих гнездовых участков, ну вот этих вот гнездовых построек, и вот заповедник для того, чтобы поддержать численных животных, эти постройки восстанавливают. Мы не строим новые в новых местах, мы восстанавливаем новые в старых местах. Заповедник Ненецкий – одна из ключевых орнитологических территорий России международного значения. Среди ее обитателей – крылатые из Красной книги Ненецкого округа, а также Российской Федерации. Самое главное, да, это птица наш флагманский вид, и это птица, которая изображена на нашем символе, это малый лебедь. Он охраняется и Красной книгой Ненецкого автономного округа, и книгой Российской Федерации. Это несколько видов хищных птиц, такие как орлан, белохвост, кречет или сокол-сапсан. Очень редко встречается беркут. Изучение птиц – увлекательная, но в то же время тяжелая работа. В преддверии праздника сотрудники краеведческого музея совместно с работниками заповедника Ненецкий устроили выставку. Школьникам и краеведам рассказали о том, какие бывают методы изучения птиц, какие виды обитают на территории округа. Рассказали и о зарубежных исследователях. В этом году мы решили усложнить себе несколько задачу и решили показать, как и кто занимается именно изучением птиц на территории нашего округа. Вот обратились к заповеднику Ненецкий, и вот совместно была создана такая выставка, которая так и называется «Изучаем птиц». Наш округ богат на многообразие различных видов крылатых. Лайды, или по-другому марши, привлекают сотни тысяч водоплавающих и околоводных птиц. Различные типы тундр пленят ржанкообразных и воробьинообразных. Именно поэтому Заполярный край так популярен среди орнитологов. Еще 30 лет назад началось сотрудничество заповедника с Wildfowl and Wetlands Trust, международной благотворительной организацией, которая занимается охраной птиц и базируется в Великобритании. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжается голосование за благоустройство новых территорий. В этом году оно проходит на едином федеральном портале. О том, какие объекты благоустройства вышли в финал, в нашем следующем материале. Виктория Боброва неоднократно принимает участие в конкурсах. Не так давно на центральной улице ТОСа «Старый аэропорт» была построена детская площадка в рамках благоустройства, которая пользуется большим спросом. Принято решение было нашим ТОСом и администрацией города, что необходимо развивать микрорайон, строить еще детские площадки. И вот то место, в котором мы сейчас стоим, оно отводится под строительство детского спортивного игрового комплекса. Туда могут приходить дети от маленького возраста до среднего и постарше. Будут установлены воркауты. Наполнение обсуждалось неоднократно, изменялось. Но в целом сейчас эта территория выдвинулась на рейтинговое голосование для строительства. Жителей микрорайона «Старый аэропорт» и жителей города призываю всех прийти в интернет и проголосовать. В планах у жителей микрорайона «Старый аэропорт» построить спортивную площадку для взрослых. А пока предстоит пройти процедуру голосования. Следующий объект благоустройства находится в районе улицы Первомайской, 34. Там активные жильцы еще в прошлом году победили в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, за счет чего был обустроен тротуар, установлены фонари и скамейки. Сейчас они замахнулись на большее. Здесь вот Первомайская, 34, они выдвинули проект по комфортной городской среде. Значит, у них было очно-заочное собрание. В условиях пандемии они проводили собрание в онлайн-формате. Вот, и, значит, у них так выдвинули предложение по организации досуговой зоны, именно детской площадки и, значит, ну, для отдыха досугового старшего поколения, чтобы здесь где-то могли они отдохнуть. В доме проживают очень много, ну, все возрасты. Вот. Необходима и детская площадка, и для старшего поколения досуговая зона. Еще один объект благоустройства располагается в живописном зеленом уголке города в районе Сахалина. Маленький лесок служит школьникам лыжной трассой, а жителям – местом для скандинавской ходьбы. Идея была та ситуация, когда мы говорим о том, что дороги надо строить там, где ходят люди.
Этот парк, он в таком виде еще не обустроенном, он достаточно, как я уже сказала, активно пользуется, используется горожанами. Но для того, чтобы для создания большего комфорта для наших людей, здесь необходимо привести некоторые изменения, что и легло в основу нашего проекта. В частности, в первую очередь, конечно, нужно провести здесь электричество, поскольку в темное время суток, но в первую очередь это небезопасно для детей, которые, вот как я говорила, опять же, через этот парк ходят в школу и обратно. Темно, парк достаточно темный, дети ходят по этому парку. Хотелось бы, чтобы здесь было освещение. Тем более условия для этого в парке есть, стоит электричество, вот опоры электрические. Также будут оборудованы места отдыха для жителей, обустроены пожаробезопасные мангальные места. И это еще не все. В парке будет смотровая площадка. Если пойти нам справа, зайти в парк, там очень хороший обзор получается на Курью и перспективу на Мирный, поселок Мирный и дальше. То есть здесь есть на что посмотреть, есть как отдохнуть, у нас есть с кем здесь погулять. Поэтому было бы замечательно, если бы вот этот парк все-таки на свое логическое завершение имел и сделался там местом отдыха. А будет излюбленным местом, я в этом уверена. В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» Нарьян-Мар участвует с 2017 года. За это время благоустроено около 50 уличных пространств. Как происходит отбор заявок? Назначается сбор предложений. Затем общественная комиссия оценивает целесообразность объектов благоустройства и просчитывает финансовую составляющую. Далее общественная комиссия утверждает объекты и выносит их на рейтинговое голосование. Мы будем подходить к жителям округа. У нас будут планшеты, и там будет установлено предложение. По этому предложению мы будем рассказывать, как все это должно происходить. Получается, человек должен будет зайти в это приложение, ввести свои данные и просто проголосовать. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализовываться в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Проголосовать за понравившийся проект по благоустройству можно на едином федеральном портале. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Антон Бодряков, телеканал «Север». 2 апреля во всем мире отмечают Международный день детской книги. В Центральной библиотеке Ненецкого округа собран большой фонд литературы для маленьких книголюбов. Рассказ продолжит Елизавета Кабанова. Несмотря на век цифровых технологий, литература на бумажных носителях все еще пользуется большой популярностью как среди взрослых, так и среди молодого поколения. В фонде детской библиотеки нашего города насчитывается более 46 тысяч экземпляров. Сотрудники тщательно отбирают, какие именно книги попадут в руки к детям и подросткам. Приходят родители, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок читал. Ведь сейчас в современном мире очень много ярких и интересных мультфильмов. Ну и компьютеры у детей, телефоны современные, и они хотят своих детей вывести для того, чтобы дети читали и рассматривали именно книгу. Я считаю, что книга очень ценная, и ей надо пользоваться. И мы, как библиотекари, рекомендуем родителям ту или иную литературу. С начала года в библиотеку поступило более 500 новых экземпляров. Сотрудники следят за новинками и по возможности стараются пополнить ряды книг в библиотеке новыми авторами. Он автор взрослый. Писал литературу для взрослых, но сейчас есть его книги про джингликов. Очень яркие и красочные, детям очень нравится, многим детям очень нравится, и они пользуются спросом. У нас как бы и запись идет, кому надо в очереди стоять дети. Кроме этого, для детей, это для детей, наверное, первых классах и дошколят, а для детей постарше, для мальчишек и девчонок, есть такой автор Мария Бершатская, «Большая маленькая девочка». В библиотеке 2 абонемента для дошкольников и школьников младших классов и среднего возраста. Младшим по душе более красочные и яркие книги с картинками. Они также любят тех авторов, на которых выросло не одно поколение. Ребята постарше предпочитают современную литературу или детективы. Для того, чтобы привить детям любовь к книгам и чтению, в библиотеке устраивают различные мастер-классы. Ребята лепят или рисуют любимых персонажей из историй, которые они прочли. Елизавета Кабанова, Вадим Стастюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.